У матери Раи после визита Эллы случается сердечный приступ. Рая с Кулыгиным отвозит ее в больницу. Костя рассказывает, что жена бросила его сразу же, как только его посадили, и теперь он намерен с ней развестись. Дома Кулыгин делает Рае предложение. Бригаду вызывает засвидетельствовать смерть. Застрелился полковник. Однако Кулыгин находит у мужчины нитевидный пульс и объявляет, что тот жив. Кулыгин догадывается, что в полковника стреляла жена. Вечером Костя возвращается на подстанцию. В кабинете у Арефьевой его ждут Элла и маленький мальчик, его сын. Кулыгин объявляет Элле, что ребенка не бросит, но к ней не вернется. Сан Саныч усиленно ухаживает за Раей. Приняв вызов от маленькой девочки, бригада забирает ее потерявшую сознание мать, которая оказывается на 9-м месяце беременности. По дороге в больницу бригада принимает роды. Рая сообщает Сан Санычу, что согласна с ним жить.